The test, please write. Soon you are welcome. Ребят, поактивнее, пожалуйста. So be more active, please. Окей, okay, well done, nice, умница, молодцы. Правильный вариант ответа B, здорово. Так, отлично. The correct answer is B. Объясню, почему не может быть A, да? Потому что A – это физическая возможность, да? А чтобы он достиг успеха в изучении английского языка, да, он должен, must, работать систематично. Хорошо, отлично. А has и work – это неправильная форма. Окей. Okay. Now the correct answer is A. Правильный вариант ответа A. A. B и C не может быть. Почему? Потому что на уроках английского языка вы должны, да, you must. Опять же, можете, должны говорить только по-английски can. Это выражает физическую возможность. Has to не может быть, потому что со вторым лицом это неправильная форма, да? Так, здесь мы немножечко задержимся, да, на этом вопросе. Так, ребят, смотрите, правильный вариант ответа C, да, и, к сожалению, очень мало человек ответили правильно. Объясняю, почему C. Да, I need not go out today, it's too cold outside.
Да, на улице слишком холодно, и у меня нет необходимости сегодня выходить на улицу. Наверное, все, что мне нужно, у меня дома есть. Да, почему не может быть must? Я не должен выходить на улицу, потому что холодно. Ну, как-то нелогично. И can я не могу сегодня выходить на улицу, потому что там слишком холодно. То есть у меня нет физической возможности, и к тому же cannot пишется слитно. Да, а в данном случае у нас can not раздельно. Поэтому правильный вариант C. Окей, значит, тот, кто ответил C, очень большие молодцы. Ну, а кто запутался, пожалуйста, если будут вопросы, задавайте и дома еще раз повторите предыдущие занятия. Окей. Виктория, все нормально, все нормально. Мы учимся, мы можем делать ошибки и как бы это нормально. The next one is... Ребята, можно поактивнее? So be please more active. Ну, еще буквально несколько ответов. Так, отлично. Опять же, правильный вариант A, да? They need not read so many books for pleasure. Да? Нет необходимости ради удовольствия, для удовольствия, читать столько книг. Да? Потому что you could not read, да, вы не могли читать. Ну, как бы физически не могли, а почему не мог? Мог. И вы не должны читать ради удовольствия, но тоже странно. Да, то есть, ребята, мы здесь смотрим не только на правильность грамматического употребления глаголов, но еще и на смысл, да, чтобы логика была. Ну, в общем-то, молодцы. Ну, еще немножечко. Так, объясняю. The correct answer is A. Правильный вариант ответа A. Почему? Потому что в данном случае, да, have to – это заменитель будущее. Мы знаем, что must в будущем не употребляется, да, времени. И эквивалент must в будущем времени – это have to, да. И вспоминаем прошлое занятие, что будущее время глагола have употребляется при помощи вспомогательных глаголов будущего времени, да. И после вспомогательного глагола будущего времени у нас идет голый инфинитив, да, инфинитив без частички to. Поэтому правильный вариант будет How long will he have to stay in hospital? Окей. Запутались, ничего страшного, все отлично, мы учимся. Ошибки возможны. Mistakes can happen sometimes. Иногда это нормально. Иногда ошибки
Это хорошо. Это говорит о том, что вы учитесь, что вы думаете. Еще немножечко. Объясняю. Ну, в общем-то, практически все ответили правильно. Молодцы. Правильный вариант ответа C. Но почему нельзя B? I haven't. Опять же, возвращаясь к эквиваленту must, да, глаголу have, мы вспоминаем, что вопросительная и отрицательная форма данного эквивалента употребляется с использованием вспомогательных глаголов. Да, вот если бы было I don't have to go to the airport, I'm meeting my friend, это было бы правильно. А I haven't to go – это неправильная форма грамматическая, ее просто не существует. Окей, next, please. Так, замечательно. Так, здорово, молодцы, правильный вариант ответа B. Значит, у кого было A? Да, то же самое. Если в прошедшем времени должен был быть вспомогательный глагол did, да, we didn't have to pay for it, тогда это было бы правильно. Кто ответил she с need? Немножечко не так. Смотрите, если бы вся ситуация была в настоящем времени, да, тогда было бы we needn't pay for it. И опять же, перед pay не стояла бы частичка to. Да, мы бы после needn't в отрицании, если бы это была вся ситуация в настоящем, употребили бы голый инфинитив после needn't. А если речь шла, как в данном случае, о ситуации в прошлом, тогда, если вы хотели бы употребить глагол need, тогда было бы правильно didn't need to pay for it. Ну, в основном ответили все правильно, умницы. Хорошо. Так, молодцы. Правильный вариант ответа B. Да, то есть это предложение у нас похоже на предыдущее, поэтому didn't need to, потому что ситуация в прошлом. Нельзя hadn't, да, потому что мы должны были бы вспомогательный глагол didn't have to поставить. И нельзя need not, потому что ситуация относится к прошлому, а не к настоящему. Окей? И последний вопрос с этого теста.
Молодцы, молодцы. В основном молодцы абсолютно все. Практически правильный вариант ответа «си». Да? Почему нельзя «have to»? Потому что «have to» ну, это как бы не очень строго. Вот смотрите, мы смотрим на ситуацию. Да? 10 часов вечера, но мальчики все еще играют в саду. А они уже должны быть уж в постели давно. Да? То есть «have to» предполагает, что может должны, а может и не должны. Да, на ваше усмотрение. А «must» это точно, четко, что дети в это время должны быть в постели. Угу. В общем-то, молодцы, ребята. Единственное, что повторите, пожалуйста, предыдущее занятие. Но у кого есть ошибки, не расстраивайтесь, мы учимся, это нормально. И я бы вам хотела сказать, что модальные глаголы – это, ну, на мой взгляд, одна из самых сложных тем в английском языке после артиклей, если честно. Okay, and now let's start. And today we'll start to learn usage of the modal verbs should and ought in English, да? То же самое, модальные глаголы should и ought в английском языке. Их употребление и использование. I hope you hear me quite well. Я надеюсь, вы меня хорошо слышите. Okay, let's go. Ага, здорово. Модальные глаголы should и ought рассматриваются в данном случае вместе, поскольку их употребление можно считать синонимичным и очень часто взаимозаменяемым. То есть поэтому мы их и рассматриваем вместе. Угу. Обратите внимание, пожалуйста, как они пишутся. Pay attention to their spelling. Угу. And some examples. I ought to have married. Yes, I should have married long ago. Я должен был жениться. Да? Почему должен был? Потому что у нас после ought to инфинитив перфектный. Да, мне следовало жениться уже давно. Да? Хотя, как видно из примера, разница существует. После модального глагола should, видите, have married, употребляется голый инфинитив. Инфинитив без частички to, а после модального глагола ought всегда будет инфинитив с to. Вот эта разница. Угу. Да. And one more example. I felt I ought to follow his advice. Я чувствовала, что нужно последовать его совету. Да, нужно. Угу. Потому что, да, как правило, мы should переводим и следовать чему-то совету. Да, лучше вам что-то сделать. Если действие относится к настоящему или будущему, после данных модальных глаголов употребляется простой инфинитив. Ну, что такое простой инфинитив, мы с вами уже знаем, да? Это to read, to go, to speak, to swim. Так, нет слайдов. Ребята, а поставьте плюсики, пожалуйста, у кого есть слайды. Ну, в основном есть у всех. Угу. Угу. Хорошо. Nice. Угу. Окей. Угу. Да, и вот пример. In what time a man should not part with his rifle? Во время войны человек не должен, ему не следует ходить без оружия, да? Не должен ходить без оружия. То есть ему не следует ходить без оружия, потому что это, да, he can be killed, его могут убить. И вот смотрим, да? Should not part. Да, part это у нас простой инфинитив. И так как это глагол should, тогда это голый инфинитив без частички to. It's murder and we ought to stop it.
Это убийство, и мы должны остановить его. Нам просто необходимо это сделать. Я вам даю в скобочках варианты перевода, да, как это может быть переведено на русский язык. И обращаем внимание, после «от» у нас инфинитив с «to». «От» – «to stop», да? То есть, опять же, простой инфинитив. Угу. Is it clear? Это понятно? Угу. Please put pluses, да, поставьте плюсики. Отлично. Угу. Окей. Угу. Здорово. You should not have been here last night when they brought back the patient to the hospital, said Tom. Вам не следовало быть здесь вчера вечером, когда пациента вернули в больницу. Да, now pay attention, should not have been. Обращай внимание на should not have been. После should у нас употребляется перфектный инфинитив. Почему? Потому что действие относится к прошлому. Да? Поэтому перфектный инфинитив, голый инфинитив без частички to. Should not have been. Угу. Это понятно? Угу. Окей, nice. She ought to have known that subject was too dangerous to discuss at night. Ей следовало бы знать, что слишком опасно обсуждать этот вопрос ночью. Да? To have known – это у нас перфектный инфинитив. И после ought у нас употребляется он с частичкой to. Да, ей следовало бы знать, что слишком опасно обсуждать этот вопрос ночью, но она, к сожалению, этого не знала. И, наверное, решение вопроса не принесло успеха. Угу. He knows that he was weak in resisting his mother's will. He should not have done so. Он знает, что был слаб, чтобы сопротивляться воле матери. Ему не следовало бы так себя вести. Да, но, к сожалению, он поступил так, как поступил, и, наверное, не самым лучшим образом, и он об этом сожалеет, да? Угу. Вот после should у нас перфектный инфинитив без частички to. Угу. Окей. I hope it's okay, да, я думаю, что все нормально. Okay, if you have any questions, so don't be shy and ask. Если вопросы есть, не стесняемся, задаем. Окей. Okay. Модальные глаголы should и ought иногда употребляются с длительным инфинитивом. Да, длительный инфинитив – это у нас continuous infinitive, to be doing, да, то есть у нас здесь вспомогательный глагол be, и к основе глагола прибавляется инговое окончание, да? To be reading, to be going, to be speaking, to be writing. Или перфектным длительным инфинитивом, да? The perfect continuous infinitive. И мы помним have been плюс глагол с инговым окончанием, да? To have been speaking, to have been studying, to have been swimming. Который указывает на то, что действие какое-то время у нас длилось. And some examples. You should be learning your lesson, James, and not talking to Anne. Тебе нужно учить урок, Джеймс, а не болтать с Энн. Да, то есть нужно, следует. Да, в данном случае еще should можно перевести как Джеймс, тебе следует учиться, а не болтать. Ну, наверное, девушка симпатичная. Угу. Ребята, это понятно с длительным, да? Угу, с простым длительным. Окей. Okay. You ought to be helping your mother with your salary and not squandering your money. Ought to be helping, да? После ought у нас длительный инфинитив с частичкой to, после should без нее. И очень хорошее слово новое для вас, наверное, to squander money, да, тратить, транжирить деньги. Ты должен помогать матери деньгами, а не транжирить их. Угу. Да, это у нас continuous infinitive, right? Next. He should have been doing many things other than walking along the riverbank. Ему скорее нужно было делать очень многое, а не прогуливаться по берегу реки. Да? То есть у него, наверное, было очень много дел. Но он ими пренебрег и предпочел прогуляться. Да, после should у нас перфектный длительный инфинитив. Have been doing. Без частички to. Голый инфинитив. Голый, перфектный, длительный инфинитив. Угу.
Окей. Оба модальных глагола should и ought выражают долженствование, то есть то, что человек должен сделать, ему необходимо сделать, следует сделать, да, что-то необходимое или естественно ожидаемое. Обязательство, значит, когда они могут употребляться, когда данные глаголы выражают обязательство, очень часто моральное обязательство или долг. В этом случае чаще используется ought, а не should. Угу. Если у нас моральный долг перед кем-то, или мы должны сделать, да, какой-то гражданский долг может быть, тогда мы употребляем скорее ought вместо should. Dave's hand instinctively closed on a gold coin. In the same instant he knew he oughtn't to accept it. Да, рука Дэйва инстинктивно сжала золотую монету. В то же мгновение он понял, что не должен принимать ее. Но мы здесь можем порассуждать, да, что, может быть, Дэйв у нас оказался в трудном финансовом положении. Может быть, он вынужден был попрошайничать, да, и он понимал, что это идет вразрез с его принципами, да, и поэтому... Он понимал, что не должен брать эти деньги, эту монетку золотую, но у него не было выбора, поэтому он ее и взял. Угу. Это понятно? Is it clear? Угу. Отлично. Ага, one more example. I promised her if ever the time came to be her husband. Promises of that sort should never be broken. Я обещал ей, если когда-либо наступит момент, быть ее мужем. Такие обещания никогда не должны нарушаться. Никогда не должны нарушаться. Такие обещания никогда не следует нарушать. Да? Если я пообещал на ней жениться, значит, я должен это сделать. Это моральное обязательство. Ага, not to hurt the girl. Да, дабы не обидеть, не оскорбить девушку. Окей, okay, if you have any questions, so please ask. Если вам что-то непонятно, есть вопросы, задаем. Все понятно, отлично. Для того, чтобы дать кому-то какой-то совет, да, посоветовать кому-то, мы тоже употребляем либо should, либо ought. В значении совета модальный глагол should более привычен в употреблении, нежели ought. Почему? Потому что should всегда указывает на личную заинтересованность, в то время как ought на констатацию факта. Угу, посмотрим на примеры. You should be more careful. Вам следует быть осторожнее. Да? Это личная заинтересованность. Я заинтересован в том, чтобы человек, который мне дорог, был более осторожен. Когда? Ну, может быть, переходя улицу оживленную, либо какой-то оживленный перекресток. Угу. Либо шел аккуратно, потому что на улице скользко. Да? Поэтому should. И... В противовес should мы смотрим, например, с ought. You ought to have bird to play in your yard. Нужно было бы, чтобы bird играл у вас в саду. Да, то есть констатация факта. Почему констатация факта? Наверное, на улице прекрасная погода. И ребенку было бы лучше провести какое-то время за игрой в саду, на свежем воздухе, а не в душной комнате, да, в игровой, в детской, где он сейчас находится. Угу. Это понятно? Отлично. Угу. И еще один вариант, когда употребляются модальные глаголы should или ought, это если речь идет о чем-то, да, мамы, например, да, это может быть личная заинтересованность там, где в саду, ну да, заинтересованность мамы. А, например, я согласна, но с другой стороны, любая мама заинтересована в том, чтобы ребенок играл и проводил больше времени на свежем воздухе, правильно? Поэтому я бы сказала, что это как бы скорее констатация фактов превышает личную заинтересованность. Угу. Окей.
Next. Или если речь идет о чем-то, что может быть естественно ожидаемо, да? Например, if it's a story by Woodhouse, it should be amusing. Если это рассказ Вудхауса, он должен быть забавным, да? И в данном случае should уже переводится не как следует ему быть забавным, да, а он должен быть забавным, потому что, скорее всего, данный автор пишет интересно, легко и с юмором. И поэтому мы в этом так уверены. Угу. Next. It's the last of the Madeira I had. It ought to be in good condition still. Это последняя бутылка Мадеры. Она должна быть еще в отличном состоянии. Да, независимо от того, сколько лет она хранится. Да, но я знаю, что урожай винограда в тот год, когда изготовили это вино, был отличным. Все технологии соблюдены, и поэтому независимо... И поэтому в результате, да, это бутылка Мадеры, хоть и последняя, но все еще вино в ней должно быть очень вкусным. Угу. Next. Угу. Очень, да. Теперь мы переходим к образованию вопросительных и отрицательных предложений. Как и в случае с предыдущими модальными глаголами, кроме эквивалента да, must have to, для образования вопросительных и отрицательных предложений нам не нужны никакие другие вспомогательные глаголы. Абсолютно, да? То есть, если вы видите, что у вас есть should, либо ought, ну, последняя бутылка – это грустно. Ну, последняя бутылка именно этого вина. Ну, может быть, там в погребке винном есть еще много чего. Так, да? Тогда мы, значит, не употребляем, не используем для образования вопросительных и отрицательных предложений никакие другие вспомогательные глаголы. Да? Например, have I said anything I oughtn't? Я сказала что-то, что не должна была, да, то есть то, что мне не следовало говорить. Может быть, я как-то поторопилась. I oughtn't to have tried to speak to her. Я не должен был даже пытаться поговорить с ней, да, oughtn't. Oughtn't. И нам следует обратить внимание, что oughtn't, как правило, пишется слитно. Да? Если в случае should мы можем написать и слитно, и раздельно, да, shouldn't или should not, то в случае с oughtn't лучше все-таки писать слитно. Но, честно говоря, я не встречала нигде, чтобы было написано раздельно, ought not. Оно как-то и не звучит, и как-то некрасиво. И сложно произносить дальше даже. Окей. And one more example. Forgive me, I shouldn't have troubled you. Простите, мне не следовало вас беспокоить. Я прошу прощения, почему? Потому что я все-таки это сделал, да? То есть это действие, которое произошло в прошлом, и я его уже и исправить не могу, и ничего изменить не могу. И поэтому я прошу у вас прощения, да, за беспокойство, за то, что я вас побеспокоил. Угу. Да? Ну, а что касается вопросительных предложений, мы просто, да, если мы возьмем, давайте мы вернемся, да, да, любое предложение, да, you should be more careful, да, вам следует быть осторожнее. Мы просто should, да, модальный глагол выносим на первое место перед подлежащим, и у нас получается... Таким образом, общий вопрос. Should you be more careful? Yes, you should. No, you shouldn't. Я на этом особо внимания не заостряла, потому что мы с вами знаем, как образуются общие и специальные вопросы. Да? Why should you be more careful? Да, почему вы должны, вам следует быть осторожнее? То же самое с глаголом ought. Ought you to have bird to play in your yard? Да, неужели нужно было бы, чтобы Берт играл у вас в саду? Или why ought Bert to have to play in your yard? Да, зачем? Почему нужно было бы, чтобы он играл у вас в саду? Ну и в зависимости от того, что мы хотим спросить, о чем, чем поинтересоваться, вопросительные слова у нас могут быть разные в зависимости от ситуации. Угу. Единственное, что мы помним, что если у нас вопрос к подлежащему, да? Тогда мы убираем подлежащий и вместо него ставим вопросительное слово who.
И если мы опять же возьмем эти примитивные предложения, you should be more careful, да? Кто должен быть более осторожным? Кому следует быть более осторожными? Who should be more careful? You should. Окей. As for modal verbs. Ага. The next. Да, это мы уже все просмотрели. Я вам объяснила. Да, и в общем-то, на сегодня все. Thank you for attention, but as usual, I want you to do the test. Ну, как правило, я хочу, чтобы вы сделали тесты. Да? На закрепление уже употребление модальных глаголов should и ought. So you are welcome. На паузу поставить что? Виктория. Что вы имеете в виду на паузу поставить? Ага. Так, посмотрим. Молодцы. Ребята, молодцы. Да, практически все ответили правильно. Да, правильный вариант A. Да, вам не следует, да, с ней лучше не говорить по-английски, потому что она его не знает. Mustn't, вы не должны говорить, это логики не имеет никакого смысла. И вы не можете с ней говорить, потому что она не знает. Ну, как бы, да, тоже смысла нет. То есть по форме, чисто по грамматическому признаку, да, все варианты правильные. Но если мы же с вами говорим, что помимо грамматически правильно оформленного предложения, в нем должна быть логика, должен быть смысл. А здесь смысл правильный A, shouldn't, right. Молодцы. Please be more active. А ну-ка еще поактивнее, пожалуйста. Да, здорово, молодцы. Правильный вариант ответа B. Да. She should have read this book long ago. Ей следовало давно прочитать эту книгу. Если вы выбрали shouldn't, ну да, ей не следовало эту книгу читать так давно. Ну как-то смысла нет. Лучше, да, все-таки B правильный вариант. Молодцы.
Окей, умницы, да, правильный вариант C. You should, maybe you should ask for your money back, Eddie. Да, может быть, тебе следует, да, вернуть назад деньги, да, попросить, чтобы долг вернули, да. Почему нельзя need? Да, тебе необходимо. Нет, у нас все-таки совет. А ought to, да, потому что после ought у нас должен быть инфинитив с to. Should is okay, nice, молодцы. Хорошо. Молодцы. Yeah. The correct answer is C, ought to. Я, Надежда, you are quite right. Да, совершенно верно. Но хотелось бы, чтобы больше участников, да, принимали участие в тестировании. Просто вы так проверите свои знания и посмотрите, на что вам следует обратить внимание, да? What you should pay attention to, следует совет. Да, правильный вариант A, да, you should, да. Ты плохо себя чувствуешь, да, неважно. Возможно, да, тебе следует пойти к врачу. Мы не можем употребить здесь ought, потому что у нас должен быть ought to. И мы не можем приказать человеку это сделать, если человек не хочет, да? We just only can advise him to do it. Да, мы можем ему только посоветовать. Окей, okay, nice. Ну, еще немножко ответов. Так, молодцы. В общем-то, здесь замечательно. Да, после must to не употребляется, отлично, и после should to не употребляется. Поэтому даже если не вникать в предложение, в его смысл, да, только один вариант правильный, это вариант A, ought, да, потому что после ought из данных трех глаголов употребляется частичка to. Умница, Хелен. Nice. Молодцы. Все молодцы. Захар, да?
А, нет, Галина, не совсем личная заинтересованность. А почему вы так решили? Валентин, hello. Так, ну-ка еще. Моральный долг. Так, да. А какая тут разница? Сейчас скажу разницу. Вопрос этики. Так. Ну, моральные устои – это замечательно, да, моральные устои, вопрос этики, все здорово, все классно. Но мы еще ж не должны забывать о грамматической форме, правильная ли она здесь или нет. Да? То есть мы с вами ясно понимаем, что первый вариант, наверное, но shouldn't просится. Да, совершенно верно, просится shouldn't. Значит, смотрите, cannot не может быть вообще по-любому, да, потому что люди морально… то есть cannot физически, people cannot break their promises. Ну почему? Еще и как can. И очень часто, да, люди нарушают свои обещания. Значит, смотрите, да, мы с вами понимаем, что ought и should, они взаимосвязаны, взаимозаменяемы. Но oughtn't нельзя, потому что после oughtn't у нас infinitives to. Да? И поэтому единственный правильный вариант – это shouldn't. Да, вариант B. Все правильно, да. Окей, right. Отлично. Здорово. Так. Замечательно. Видно, что вы разобрались. Yeah, right, you're quite right. The correct answer is C. Да, смотрите. Где, по-твоему, да, я должен повесить картину? Мне следует ее повесить, да, мне нужен твой совет. Поэтому не может быть вариант A must, да, где я должен. Да, потому что если должен, мы тогда уже мнения никакого не спрашиваем, ничего. И после от у нас должен быть infinitive to, а его здесь нет. Да? Поэтому единственный правильный вариант – это see, should. Nice. Молодцы. Так. Так. Так, молодцы. Так, значит, правильный вариант A, да? Ребята, be more attentive, please, да, пожалуйста, внимательно. У нас есть после модального глагола to, да? А если to, то только один вариант, это вариант ought to. Ни should, ни must здесь не подходит. С точки зрения грамматики это не имеет смысла. Как-то все слишком просто. Есть то, значит, да, но, видите, но я вам хочу сказать, что все очень просто, но тем не менее половина ответили неправильно из ответивших. Это говорит о том, что you must, да, вы должны, не, you should, вам не следует, а все-таки you must, вы должны быть более внимательны. Потому что это да, элементарные примитивные предложения, а половина 50 на 50, между прочим. Хорошо. И последнее, да, на сегодня десятое.
Ну, еще немножечко. А так, здесь у нас мнения разделились. Так, ну хотелось ответить А, Б, Анатолий. А что ответили, я просмотрела. Спасибо. Thanks a lot, Марина. Значит, смотрите. Да, правильный вариант should, да, see. Да, конечно. Смотрите, уже 6:30, половина седьмого, да, мне следует приготовить чай. То есть не я должен это сделать, да, а нужно приготовить, да, следует приготовить, потому что, наверное, мои родные в это время все пьют чай. А почему нельзя от, вы уже знаете, потому что нет частички to. Максим. Well done, вы умница. Если вы ни разу не ошиблись, вы просто молодец. Вот. Ребята, я надеюсь, вам было все понятно. Умница. Вы все молодцы. На самом деле, даже если вы ошиблись, если, ну, почему, если это его работа, то должен. I should be cool, I must be, я должен приготовить чай. Ну, не знаю, я бы так не рассматривала, потому что, как правило, чай. Если это его работа, то в половине седьмого вряд ли кто-то чай пьет и подает чай как основное блюдо, да? Наверное, уже после ужина или после обеда у них, у нас ужин у них dinner, да? Так, возможно ли здесь употребить must? Значит, смотрите, must, с точки зрения грамматики, конечно, грамматическая формула будет очень даже как надо, да, must. Но вот мы только что сейчас это обсуждаем, да? Смотрите, уже половина седьмого, да, мне следует готовить чай, да? Или я должен приготовить чай? Дело в том, что в половине седьмого у нас никто чай как основное блюдо не подает, да? Как правило, если гости вот-вот придут, да, но когда к нам приходят гости, мы все-таки сначала их, скажем так, пытаемся чем-то накормить, а уж потом чаем напоить, ну, как правило, да? Опять же, I must – это я должен, да, я должен. Это очень строго. Это must, в общем-то, как соблюдение законов каких-то, да, все-таки. Но для чего-то время обозначено. Да, время обозначено для того, что это шут, что совет, да, что всем было бы интересно попить чаю, да, и за чаем, за чашкой чая пообщаться. Ребята, еще вопросы есть? Да, конечно, у нас что там про Мадеро? Да, у нас вебинары, следующий вебинар, кстати, у нас будет 14 мая. 14 мая, это тоже четверг. И мы там будем рассматривать модальный глагол «may» и форму его в прошедшем времени «might». И я же вам говорю, как на мой взгляд, так модальные глаголы – это самая сложная тема после артиклей. Вот, поэтому… Okay, thanks a lot. I hope you to see you next time. And I hope everything was clear to you. Yeah. And you'll do the next test as brilliantly as you can. Да, и я надеюсь, что все было понятно. И следующий тест вы тоже сделаете так же замечательно, как и сегодня. Okay, so bye-bye and have a nice weekend. До свидания и хороших вам выходных. Bye-bye.